Ну что, час ночи. Всем добрых снов, приятных снов. А я пока на боевом посту. Сейчас буду заниматься, смотреть компьютер. Вот. Чем я буду заниматься? У меня несколько каналов по шитью, кройки шитью. Я говорила, что я в летнее время сейчас начинаю обучение кройки шитью. Вот. И сегодня я это уже сделала, прослушала, как девочки советуют заниматься шитьем, с чего начать. Я это все сделала, записала, сняла мерки, сделала выкройку на старых обоях, вырезала, все раскроила на старых простынях, сметала, померила. Осталась крайне довольна. Но так как мы набрали много отрезов красивых, и дочка требует, мамочка, скорее, пока лето, платится сарафанчики. Спешу. И хочется поскорее все это сделать. Несмотря на то, что сейчас ночь, я еще полна сил и энергии. Поэтому буду сейчас этим заниматься. Так что, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые, учитесь, пока вы полны сил, пока вы полны здоровья, желания, пока у вас еще есть интересы. Учитесь всему. Все, что попадает вам в руки, изучайте. Это очень хороший опыт для вас, для ваших близких. А я поставила вот компьютер перед нос, легла на кроваточку, протянула ножички. Вот у меня на столочке на маленьком так он стоит компьютер. Я занимаюсь. У меня очень интересные каналы есть по шитью. Это платье-терапия. Юлечка из Киева. А затем «Я женщина». Очень интересный канал, на который я подписалась. Тоже Украина Ткаченко. Похоже, это тоже Украина. Надя Умка. Тоже интересный такой каналчик. Ну, то есть в разных портних. Просматриваю ролики, беру для себя что-то для меня нужное, удобное, понятно, чтобы я могла понять. Всегда очень хотелось научиться кроить, чтобы раз и выкроил, раз и смоделировал какую-то вещь. Хочется научиться лосины, шить водолазки, брюки, шорты. Вот все, что вот нужно, все. Все нужно. У кого достаточно денег, они поехали, купили. Мы пока не принадлежим такой категории людей, такого сорта, поэтому хочется все своими руками сделать, чтобы минимум было затрат, максимум удовольствия. Вот так вот. Теперь я на пенсии, пенсия небольшая, родителей нет, помогать некому, поэтому крутимся сами, как можем, из чего можем. Я думаю, не только я одна такая. Много таких сейчас женщин, которые из ничего делают все. Вот. Учимся всему. Учимся блогерству, учимся шитью, учимся вязанию, чтобы могли свою семью вкусно накормить, добротно и красиво одеть. Это главное, чтобы было здоровье, чтобы масочки вот учусь делать, массажики. По салонам нет денег ходить. Вот поэтому сами, где яйцом, где творогом, где огурцом, что-нибудь моську натрешь, счастлив. Не знаю, кремчик купил, счастлив. Так что, мои дорогие, не падайте духом, не падайте. Жизнь так быстро проходит. И так много хочется еще много чего освоить, а жить так интересно. Ну, так некогда было. Учились, женились, рожали, воспитывали. Что-то в работе там пытались какие-то высоты достичь. Оглянуться не успели, уже раз пенсия. Раз уже где-то что-то подбаливает. Ну, благо то, что сейчас очень много информации. Есть откуда черпать информацию, учиться многому. Будем пользоваться этими благами.
Чего сидеть на лавке семечки плевать? Учиться надо, учиться. Я просто поражаюсь пенсионеру. Ой, я еще на кнопочном телефоне еле-еле набираю. Ну как так, товарищи дорогие? Ну, женщины, ну учитесь. Познавайте. Ну что ж, так и будем зайти. Ну давайте скоромыслим ходить с ведрами по воду. До сих пор, правда? А нет, давайте нам кранчик, унитазик. Я поражаюсь. Ой, да, ну компьютер это для молодежи. Ну, туда не плачьте, что вы быстро умираете и у вас все болит. А я не хочу, чтобы у меня быстро болело и чтобы я быстро умерла. Я должна долго прожить и много научиться. И мне интересно с дочерью и туда, и туда, и туда. Муж мой стеснялся. Не надо меня фотографировать, не надо меня снимать. Их пить хочу. Ай-ай-ай, так вот. Ага, достала. Достала. Не надо меня. А тут там снимаем это, все всякие сюжеты. Смотрю, уже сам снимает, уже для друга снимает, показатель. Поразили. Это ж хорошо. Что еще? Мне нужно работать.